Девчонки, угадайте, зачем я вас такое раннее утро привез в аэропорт? Мы куда-то летим. А, вот на вот этом табло есть наш рейс, да? Да, мы куда-то летим? Вы все правильно угадали. Сегодня вы 24 часа проведете в самолете, но необычном. На водном самолете? Или, может быть, на кукурузнике? Нет, это будет новенький частный самолет первого класса. Саш, ты что, потратил все наши деньги? Вам не стоит об этом беспокоиться. Все, девчонки, скорее идите регистрируйтесь, трап уже подан. О, ладно. Это что, частный рейс? И самолет весь наш? Все в нашем распоряжении! Обалдеть! Я хочу рассмотреть здесь все! Просто нереально, сколько здесь всего! Смотри, Ксюха, здесь даже еда есть! Офигеть! Целая тарелка с орешками, вообще любые, шоколадки. А еще смотри, фрукты свежие нарезали и пироженки. Даже пироженки есть. Слушай, я хочу попробовать эти фруктики. Это же для настоящих звезд. Стой, 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 стой. Она вообще, можно это есть? Саш, здесь все за нас оплачено. Ну все, вопросов нет. Я клубничку хочу. Какая сладкая! Ой, да, очень сладкие. Откуда это вообще привезли? Не знаю, но это что-то на богатом. А как же я обожаю манго! Не знаю, как ты, Ксюша, а я прямо сейчас хочу попробовать эти безумные тарталетки. С чем они? О, лепестками альмонды или как он там называется? Миндаль это называется. Она уже просто на богатом заговорила «альмонд». Побольше английских слов. Аня, ты вообще видела? Здесь можно стол разложить. Нет, не видела. Я вообще первый раз в таком дорогущем самолете. Ксюх, Ксюх, смотри, здесь наша Дженка любимая. Да, будет удобно играть в турбулентность. Ты подожди, ты посмотри, какая Дженка здесь вот это вот есть. Все, я буду рубиться в PlayStation. Ксюх, ну какой играть? Подожди, давай еще посмотрим, что здесь есть. Давай, давай. Смотри, здесь даже есть диван. А, вот это я понимаю. Чур, я сплю здесь. Че это? Это мы еще посмотрим. Ань, здесь что, пилот? Да, давай постучим. Дядя пилот, а можно в кабину? Эй, вы что? Мы вообще-то к взлету готовимся. Ага. А куда мы летим? И через сколько взлет? До взлета 20 минут. Ань, слушай, мы вот в таком дорогом самолете сидим, а выглядим как-то, ну, неподобающе, что ли. Может, переоденемся? Отличная идея, Ксюш, мы же должны соответствовать обстановке. Я как раз взяла с тобой несколько вечерних платьев. О, а я тоже. Вот, вот оно платье. Отлично, сейчас я его переодену. О, Ань, ты что, ласты взяла? Откуда я знала, куда мы собираемся? А шлем тебе зачем? Я думала, мы на лыжах поедем кататься, зима же. Какая зима? На Мальдивы полетим, купаться! Все, я переодеваюсь. Добро пожаловать в глухаре жизнь, наконец-то, жизнь, которую мы достойны. Вот теперь я чувствую себя на миллион долларов. А я на миллион евро. Блин, а мы же мейкап еще не сделали. Я даже зубы с утра не успела почистить. Лететь в самом дорогом самолете мира и не почистить зубы. Стыд и позор. Хорошо, что у меня всегда есть с собой зубная щетка. Блин, я что, щетку забыла? Ань, у тебя нет запасной? Ксюш, мы же в первом классе, здесь наверняка все есть. Вон, смотри, здесь есть полетный набор. Ну, в таком случае посмотрим, что здесь есть. О, тапочки надо? О, это вообще нереально удобно. Слушай, как дома. О, вот это вообще... О, здесь их даже две. Здесь маски для сна есть. Офигенная синего цвета. Да. А я, между прочим, свою взяла. Ну, слушай, лишними не бывают. Щетка! Это щетка? Да, это спасено! Есть! Подожди, это еще не все.
Смотри, она с чехольчиком. Офигеть, удобно. Потом будешь пользоваться. А еще здесь есть мини-паста. Смотрите, какая маленькая. А это что такое там оранжевое? Это беруши. Наконец-то твой храп мне не будет мешать спать. Я не храплю. Вообще-то ты храпишь. Ты подожди, тут еще не все. Тут есть салфетка для обуви, крем для рук и дневной крем. Обалдеть, мы с тобой красивые будем. Утром после самолета самое то. Смотри, какая милота. Это же самый маленький тик-так в мире. Можно даже зубы не чистить. Как чистят зубы аристократы? Смотри и учись вот так вот. Вот так? Нет, Аня, ты забыла самое главное. Я только что поняла, что забыла всю косметику. Я тоже. Это провал. Подожди, подожди, давай поищем. Может быть, здесь и косметика есть? Я не верю своим глазам! Здесь просто гора косметики. Ты посмотри, какие здесь марки дорогие. Dior, духи Шанель. А, как вкусно пахнет. Дай понюхать. Я сделаю себе легкий макияж. Чуть-чуть блесточек и вот такой розовый. Отлично. А я, наверное, просто губы подкрашу и... Нарисуешь стрелки. Не-не-не-не. И пшикнусь, во, духами Шанель понюхай. Наконец-то ты будешь вкусно пахнуть. Что? Теперь мы готовы совершить кругосветное путешествие. Добрый день, уважаемые пассажиры. Мы рады приветствовать вас на борту самолета Business Jet Double Bubble, который проследует по маршруту на ваш выбор. Аня, ты слышала, какой у него приятный голос? Это же пилот. Давай лучше выберем, куда полетим. Наверное, для этого сзади глобус стоит. Давай, я кручу, а ты тыкай. Ань, кажется, мы с тобой летим в Рио-де-Жанейро. Бразильский карнавал! Я мечтала об этом всю жизнь. Командир, бери курс на Рио-де-Жанейро, Бразилия. Принято. Ань, а что за кнопка? Дамы и господа, наш самолет готов к вылету. Вау, здесь что, стюардесса будет? Ой, сейчас опять приставать будет. Выключите телефоны, высуньте наушники. Вообще-то вы в первом классе, поэтому ничего из этого вам делать не придется. Кому будем звонить? Давай Маше. Точно. Скажем, что мы из самолета с ней говорим. Алло, алло, Маш, привет. Угадай, где мы? В частном самолете. Да, круто. Мы знаем. А тебя не взяли. Да это Саша нам челлендж устроил. Все, 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 пока, пока. Я не знала, что ей сказать. Ой, да по-любому сидит, нам завидует. Ой, да я сама себе завидую. Дамы и господа, прошу занять ваши места и приготовиться к взлету. В случае аварийной ситуации кислородные маски находятся на панели слева. При разгерметизации они выпадут автоматически. Необходимо для использования потянуть на себя, плотно прижать к лицу и дышать нормально. Я уже давно не дышу нормально. А что-то какое-то, как будто бы завтрак будет, а то кушать хочется. Вам будет предложена еда после того, как мы наберем высоту. А что будет? А что в меню-то? Для начала вам будут предложены легкие закуски, затем завтрак, после обед. Но сейчас я вас прошу пристегнуться, мы набираем высоту. Что-то я переживаю, а меня обычно тошнит при взлете. Чур мне с кока-колкой. Нет, я беру. Блин, ладно, тогда и с клубникой. В бизнес-классе даже чупа-чупсы дают вместо обычных леденцов. Дамы и господа, мы взлетаем. Как же это страшно. Мне нехорошо уже. А мне вообще не страшно. Ребята, если вы тоже не боитесь летать на самолетах, подписывайтесь на канал. А если боитесь, тоже подписывайтесь и ставьте лайк. Я все равно хочу есть. Ань, посмотри вот в том ящике, может там что-то есть? Смотри, что нашла! Круассаны и чипсы. Аня, ты просто гений. С чего подождите, начнем? Это я гений, я догадалась. С чего начнем? Хватит болтать. А я с беконом буду. Бекончик. И никакая турбулентность нипочем.
Все, я молчу, я больше никогда не буду есть чипсы в самолете. Ань, мы просто облако пролетели. Дамы и господа, мы набрали нужную высоту, позвольте вам предложить завтрак. Курица или рыба? Рыба, конечно. Две курицы. Слушай, Ксюш, как-то мы далеко сидим, и стол такой узкий. Ань, ты забыла, его можно разложить. А, точно, сейчас. Давай. Опа! Вот это другое дело. Так. Вот это я понимаю, стол. Еды, 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 еды. Яблочный сок или томатный? Я буду томатный. Нет, я буду томатный. Чё это ты? Я буду томатный. Я всегда томатный пью в самолете. Так я тоже. Мне томатный, пожалуйста. А какой там еще, да, яблочный? Ну что, за Рио? Нет, Ксюш, за 5 миллионов подписчиков. Подписываемся прямо сейчас. Яблочный тоже отличный. Ты ничего не понимаешь. В самолете надо пить томатный. Угощайтесь, девочки. Почему в самолете еда всегда кажется вкуснее? Это магия полета. Сэндвичи, это что, все? Я не наелась. Конечно же нет. У нас есть еще специальное VIP-предложение. Опять что-то на богатом. Пока ждем, съем сырок треугольником. Без хлеба хорошо. Горячий завтрак. Вот это я понимаю, еда. Омлетик горячий, мой любимый. Да ты посмотри, здесь картофельный оладушек. И котлетки из премиальной говядины. Я наелась. Сколько нам еще лететь? Примерно 7 часов. Давай поиграем в приставку. Ты вообще когда-нибудь видела приставку в самолете? Смотри, сколько здесь всего. Буду играть в Crash Bandicoot. Давай, кто дальше пройдет. Угу. Давай, 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 давай. Прыгаю, прыгаю. А, ты зачем скунса отбила? А потому что они вредные. Там скунсы упали. Подожди, нет, все, давай, моя очередь. Ну давай, давай, дальше прыгай. Да подожди, здесь вот, надо вот попрыгать по вот этому. Да, 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 давай, а, давай, вот давай, так достать. Давай, давай, давай. Погнали, погнали, погнали. Опа, это не трогай. Все, перепрыгивай. Скунсы! Они, кстати, кусаются, ты знала? Ес! Все, Ксюш, я выиграла. О, я победитель. Ой, да ты в эту игру с детства играешь. Давай вызовем стюардессу, может, у нее еще какие-то игры есть. Как вариант. Вижу, вы уже наиграли с PlayStation. Хотите попробовать что-то еще? А что, какие игры есть? Вы хотите активный или настольный? Я за активити. А я за настолку. Значит, активити. Боулинг на борту. Боулинг на борту самолета? Вот это настоящий вид. Думаю, правила вам известны. Кто победит, получает парашют. Что? Это шутка. Она угарная. Я первая. Счет 3-0. Эй, нечестно, вы вообще видели, отскочила! Я должна сбить больше. Что? Две? Всего две? Счет 3-2. Смотри и учись. Все, уйди, дай я. 6-6. Предлагаю определить победителя в турнире по дженге. Да, дженга, отличная идея, это как раз настольная игра. Супер. Уважаемые дамы и господа, мы пролетаем над Бермудским треугольником. Возможно, турбулентность. Ничего себе, пойдем сядем. Осторожно, осторожно. А как мы будем в турбулентность играть? Слушай, давай так, на чьей очереди тряханет сильнее, тот и проиграл. Ой. Аккуратно, аккуратно. Посмотрим, кто из нас самый удачливый. Держимся. Объявляю всемирный воздушный турнир по дженге открытым. Я сделаю тебя. Да я уже тебя делаю, что ты тут говоришь? Смотри. Опа, миссис Аккуратность. Ай-ча.
Тебе меня не обыграть. Не-не-не, ты подожди. Опа! Что-то мне уже становится страшненько. Да мне просто не повезло. Ты вообще почувствовала, как самолет качнулся? Да, почувствовала, конечно. Все, самолет виноват. Да. Но это не меняет того, что как бы я победила. Ой, все. I'm a winner. Это нас не тряхануло. Это мы приземлились в Бразилии. Все, я на пляж. Стоять! Стой! Что? Хочешь проиграть? Что проиграть? Ну, вообще-то мы 24 часа должны провести в самолете. Точно! Нам даже выходить нельзя! А там в иллюминаторе, смотри, море видно. Ладно, у нас есть целых 10 часов. Давай выбирать следующую страну. Давай сначала поедим, я не могу думать на голодный желудок. Раз уж мы на земле, давай закажем Макдональдс! Ну и как ты себе это представляешь? О, смотри! Ола! Уно фишбургере! Чикас! Ун салата! Потатос фишбургере! Стрипсос! Это ваше? Да, да, это наше, наше! Давайте сюда! Первый раз вижу, чтобы в первый класс заказывали Макдональдс. Вы нас плохо знаете. Давайте, давайте. Надеюсь, тот бразилец тебя понял. Да понял он, все понял. Смотри, потатос. Я в деревенскую положил. О, это мое. О, и 5 стрипсос. Никогда не пробовала бразильские стрипсы. А я никогда не пробовала бразильский бургер с рыбой. Хорош. Заказали стрипсы, мои любимые. Такое чувство, что сзади кто-то стоит и хочет стрипсов. Будете? И картошечку. Да, буду. Соус? А вы, девчонки, молодцы. Умеете получать от жизни удовольствие. Ксюш, что-то пить хочется, а я забыла напитки заказать. Ничего, девочки, у нас в баре огромный ассортимент. Вот это сервис! Какую будешь газировку? Я хочу холодный чай. Индийский чай. А я кока-колку. Вот это реально крутой 24 часа челлендж. Мизинчик, не забудь мизинчик. Следующие 24 часа хочу на яхте. Ребята, если вы тоже хотите увидеть это видео на нашем канале, то скорее подписывайтесь. Ксюх, ну что, выбирай следующую точку. Куда летим? Италия! Это очень круто! А мы что, уже взлетели? Ну да. Блин, у меня сообщение не отправилось. Что там случилось? Чего ты так переживаешь? Да мой парень мне сообщение отправил. Я не успела ответить. Ой, да подумаешь. Ну, через 10 часов ответишь. Да ты не понимаешь. Он написал, что нам нужно сделать перерыв. А я не поняла, в чем. Это бизнес-класс. Есть верное средство понять, что происходит. О, это ж гадание по лавыскам. Там точно все сбывается. Мы так с Сашей поженились. Давай, давай, открывай. Закрытыми глазами тяни. Выбирай одну. Есть. Открывай, что там? Любовь – это бессонные ночи. Что это значит? Он меня бросит? Да нет! Нет, чуть-чуть, давай следующую. Следующую бери. Бери. Три раза надо. Ага. Любовь – это сварить ему борщ. Ну, борщ был? Был. Ну, что ты тогда плачешь? Давай третью для верности. Любовь – это мечтать вместе. Я же говорила. Чтобы все сбылось, нужно обязательно их съесть. Как вкусно, клубничное. Девчонки, я предлагаю снять тиктоки. Вы у кого-нибудь видели тикток из самолета? Мы будем первыми. Сейчас будет супер интересный тикток. Я уже подготовилась. А я решила снять типичные ситуации в самолете. Типичные ситуации в самолете. А можно водички, пожалуйста? А стаканчик можно?
А кока-колу можно? А сок томатный? Нету сока, вы весь выпили. Ой, тоже мне бизнес-класс. А можно пледик? Можно в туалет пройти? Дайте, пожалуйста, рыбу мне. Рыбу давайте. Оставьте мне рыбу. Я хочу рыбу. Дайте ей уже эту рыбу. Спасибо, спасибо, спасибо. Обслуживание тут, конечно, никому не пожелаю. Мы над морем летим. Смотри, над морем летим. Ой, там волны. Барашки. Видишь, видишь? Барашки какие побежали. Какая красота. Нравится? Да. А тебе нравится? Мы приземлились? Еще нет. Через сколько посадка? Не скоро. А сейчас приземлились? Еще нет. Куда мы же приземлились? Мы еще не взлетели. Как мы взлетели? Не взлетели еще? А посадка когда? После того, как взлетели. А через сколько? Да, минут 2. Вы не знаете, да? Ой, наконец-то хоть посплю. А можно, пожалуйста, не трогать... Ну, пожалуйста, что вы там делаете? Ну, можно не трогать мое кресло? Пожалуйста, не трогайте кресло. Чей TikTok вам понравился больше? Голосуйте в комментариях. Уважаемые пассажиры, сейчас будет выключено основное освещение. Я вас разбужу уже утром. А можно еще плед и подушку? Конечно, вы же в первом классе. Хо-хо-хо-хо-хо, ничего себе тут! Пледики мягкие! Я пошла на диван. Эй, блин, я же хотела... Ну ладно, зато у меня плед больше. Просыпайтесь. Мы уже прилетели. Куда? В Москву. Как в Москву? Мы же в Италии должны быть. В Италии мы были 3 часа назад, а сейчас мы уже в Москве. Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании. Ань, мы Италию проспали. Ну что, ребята, как вам сегодняшнее видео? Понравилось или нет? Скорее пишите в комментариях. А еще не забывайте подписываться на наш классный канал. Всех обнимаем и любим. Ставь лайк и подпишись на наш канал.